Ребята, всем большой-большой привет. Спасибо всем огромное. Пишите, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. Большое спасибо всем. А сегодня мы будем делать такой ужин. Простой, ну чуть-чуть займет времени. Нам понадобится тесто. Вот мягенькое такое, как на вареньке или на пельмени. Но у меня такой рецепт. Вот тут, в данный момент. 200 грамм муки, 100 грамм водички с щепоткой соли и одно яйцо. И 2 ложки подсолнечного масла. Вот такое тесто. Сейчас мы будем его качать и делать такие рулеты. Понадобится фарш. Куриный фаршик. Здесь у нас 400 грамм, полкило. Приблизительно так, не помню точно. Здесь у нас одна луковица промолотая вместе с фаршиком. Добавлялся сюда по вкусу перчик, сухой чесночок. Ну, все, что вы любите, когда делаете пельмени. Понадобится нам морковочка одна большая луковица и 4 картошки вот такого среднего размера. Сначала мы будем делать эти мясные рулетики. Нам надо раскатать в пласт тесто и начинить его мясом. И потом по порядку все это готовится на плите на сковородке. Давайте готовить. Ребята, вот раскатали. Вот такое тоненькое тесто должно быть. Прямо светится. А почему добавляется подсолнечное масло в тесто? Потому что потом оно не рвется. И равномерно распределяем фарш по вот этому всему. И теперь аккуратно все сворачиваем в рулетик. Это мясо и тесто. Аккуратненько сворачиваем в рулет. Все. Вот смотрим, видите? Свернули. Вот этот шов, что у нас был, мы его залепили. И он переворачиваем на ту сторону. Этим швом можно вот так прокатать чуть-чуть. И режем на равные части ножом. Такие длинненькие, не как вот так вот. Острым ножом. Вот такие у нас должны получаться штучки. Острым-острым ножом. Все аккуратненько поправляем. Вот так вот должно быть. Ничего не надо закрывать с боков. И так все. Вот, ребята, на подсолнечном масле жарим лучок. Лучок чуть-чуть подрумянится. Бросаем морковку. Морковочка поджарилась, мы ставим сюда 2 ложки томатного соуса, пасты. Если сильно кислое, добавьте чуть-чуть сахар. Если такое нормальное, значит не надо. Вот такое должно быть. Поджарится. Сейчас чуть-чуть добавим сюда водички. Вот, ребята, чуть-чуть оно загустело. Очень хорошо пахнет. И теперь сюда поверх этого аккуратненько на медленном огне, оно булькает, вылаживаем картошку. Вот так порезанную. На медленном огне. Кругу. Картошечку выложили, теперь поверх картошечки аккуратненько слаживаем эти рулетики.
ее по кругу также поверх картошки. Вот видите, все выложили, как раз эта порция. Теперь добавляем тихонечко сюда воду, чтобы покрыло это все. Доводим до кипения на медленный огонь минут 20. Буль-буль-буль. Ребята, смотрим. Смотрите, какие у нас получились мясные рулетики, картошечка. Смотрите в разрезе. Картошечка. То с подливочкой, это со сметанкой. Смотрите, какая красота на ужин, на обед. Готовьте. Это не очень сложно. Всем пока-пока.